для настройки GPRS перейдите по пунктам «Пуск», «Настройка», «Подключение». Нажмите на иконку «Подключение». Нажмите на ссылку «Добавить новое подключение через модем». В поле «Введите название для подключения» введите любое значение. В поле «Ниже» выберите значение сотовой линии GPRS. Нажмите на кнопку «Далее». В нашем примере мы используем подключение к сети Билайн московского региона, поэтому в поле названия точки доступа введите латинскими буквами internet.beeline.ru. Нажмите на кнопку «Далее». В поле «Имя пользователя» введите «Билайн». В поле «Пароль» «Билайн». Нажмите на кнопку «Готово».